подписчики канала Body Money. Мы находимся в городе Реутов. Сейчас проходит регистрация перед чемпионатом Московской области по бодибилдингу, бодифитнесу и бикини. На данном соревновании ожидается порядка 500 участников. Как видите, сидит судейская коллегия, которая недоведенных, неподготовленных ребят отсеивает. Опять же, происходит взвешивание, замер роста в такие категории, как классический бодибилдинг и фитнес. Кто не проходит по критериям оценки, те, соответственно, не допускаются до соревнований. Меня зовут Титов Александр, я выступаю в категории классический бодибилдинг до 175 сантиметров. Рассчитываю на победу. Неделю назад выступал на дубне, попал там в призы, но там была абсолютная категория. Здесь по ростовым у нас идет. Так что если выиграю свою, сражусь с абсолютки. Потом Москва, Россия. Всем привет, это Бобров Михаил, участник второго сезона «Теперь ты в теме 2». Вот я уже прошел регистрацию. Кстати, у меня такой же номер, как в том году, когда я занял второе место, 40-й. Это, возможно, удача. Интересно будет в этом сезоне, потому что будет еще битва. И, собственно, завтра уже мы встретимся с ребятами с третьего сезона на сцене. Всем успехов, спасибо. Всем привет, меня зовут Богданов Руслан. Сегодня проходит регистрация на чемпионат Московской области. Зарегистрировался в категории мастера. Ну, спортсменов становится больше, в принципе, и уровень становится поинтересней. Ну, добавил в слабых местах, в спине, в ногах довольно-таки неплохо. Вышел с новой диетой еще. Дается, правда, тяжеловато, но терпимо. Всем привет, я только что зарегистрировалась на чемпионате Московской области в категории бодифитнес до 163. Чуть-чуть поднабрала, чуть-чуть. Я стала монстром. Филатов Александр. Филатов Евгений. Вице-чемпион России 2016 года. Четвертое место на России. Участник Олимпии. Лезем в категорию 95 килограмм. А сейчас посмотрим, как разыграем карты. Может быть, у меня лишний всего килограммчик. Я сольюсь в 90, а он останется в 95. Посмотрим, решим. Есть еще у нас денек на это, чтобы все решить. И разыграем между собой категории. Выступали? Мы уже выступаем порядка где-то, я 16 лет, Санек 13. Иногда встречаемся в одних категориях. А в основном в абсолютке? Ну, в основном, да, в абсолютке, например, как наказание.
Всем привет, с вами Валера Пак, победитель проекта «Теперь ты в теме» первого сезона. Вот сейчас стоим на регистрации в Московской области, в городе Реутово, где я прошел регистрацию и зарегистрировался в категории до 85 килограмм по сравнению с тем сезоном, где я выступал до 80. Вес немного прибавил, также прибавил в ногах, немного работали активно над данной частью, которая отставала, по моему мнению, по мнению большинства. Проработали, сделали круче. Всем привет, мы находимся на чемпионате Московской области. Меня зовут Андрей Шокин. Сегодня я выступаю в категории свыше 100 килограмм. Представляю бренд спортивного питания «Atec Nutrition». Следующий старт чемпионат Москвы, потом чемпионат России. Чтобы качество улучшить, жесткость, увидеть свои ошибки, поработать с такими. Ноги хорошо прибавил, грудные мышцы. Ну, у меня травма плеча, из-за этого трудно было. Но грудные добавил, руки добавил. Но, в общем, понемногу всего добавил. Благодаря моему спонсору «Atec Nutrition» я смог значительно улучшить свою форму, подтянуть слабые места. В этом году, думаю, занятые места будут выше, чем в прошлом. Добрый день, меня зовут Соловьева Екатерина. Я буду выступать завтра на чемпионате Московской области в фитнес-бикини, категория 166 сантиметров. Я надеюсь на призовые места, хотя форму на самом деле везу и готовлю на Москву и Россию. Привет, друзья! Меня зовут Светлана Шипилова. Мы находимся на регистрации чемпионата Кубка Московской области. Я выступаю в категории фитнес-бикини 166. Это не первое выступление мое. Я выступала в прошлом году осенью на чемпионате России в Санкт-Петербурге. И надеюсь, сегодня мне повезет тоже. Это женственно, это очень красиво, это спорт, это мотивирует людей заниматься спортом. Людям нравится эта форма. Это красиво, это шоу.